БТР пришел, приехал, остановился, все разбежались, они ударили БТРом по двери, сломали, пришли, зашли, расстреляли, сожгли. Тут были старики и еще молодые люди, инвалиды были. Они стреляли и резали. Вот здесь сзади стояли 4 трупа. Где зарезали и унесли там. Труп стоял вот здесь, трупы. 4 человека был. 3 мальчик, одного старый бабуля был. Они вот узбекский дом, да, вот? Вот узбекский дом. Среди них вот киргизский дом стоит. Ничего они не сделали. Даже вот стекла не побили. Ничего. Вот гильзи, автомат. Они за собой дали свои гильзи. Так. Вот, гильзи. Вот такой мы... Я только одного не понимаю, почему местная власть, вот эта городская власть, не реагирует, вот это, неужели они не знали, БТР мы помогали, едут, стреляют, убивают, неужели они ничего не заметили? Вот это меня удивляет. Сумка на земле лежит, и с вещами сожженными.